Хорошая новость, ребята, сегодня освобождены 100 наших заложников, которые пленных, которые были в плену у расистов, разные сроки, разное время. Там есть ребята из Гостомеля, там есть ребята, которые обороняли Мариуполь, есть те, кто обороняли Азовсталь, то есть это те, кто в самых тяжелых боях участвовали. Гостомельцы такие вообще год провели в неволе. Те, кто были в Мариуполе, завстали немного меньше, но тоже очень долго. В любом случае, много раненых. Работники пограничной службы, бойцы ВСУ, полиции и так далее. Обычных наших силовых структур, которые принимали участие в обороне Украины в первые, самые тяжелые месяцы войны. Все они дома, много раненых среди них. Но самое главное, что уже знаете, это все позади. Они уже с семьями, и слава Богу, что они уже, говорится, дома. Главное, чтобы этот процесс не прерывался, и чтобы расисты шли на дальнейшие обмены. Благо, обменного фонда у нас очень скоро будет много. Напомню, скоро наше контрнаступление, и за счет расистов, которых мы возьмем в плен в Крыму, в Запорожской, Херсонской и других областях, обменного фонда будет какой-то отбавлять. Слава Богу.